Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые зрители, с вами канал Новые Горизонты, и мы продолжаем играть в Rainbow Six Осада, а конкретнее говоря, в операции. Прошли мы уже 6 операций, следующая, 7-я, вызов миру. You have operational clearance to eliminate a high-value target on American soil. This group is highly trained, well-funded, and has access to military-grade ordnance. They are fanatical and have no concern for their own personal safety. They have heavily fortified the area with traps and explosives designed to destroy any trace of their organization. For this situation, IQ will be deployed. She can detect electrical signals with her Red Mate 3 Spectre. Eliminate all hostiles. Ну что ж, друзья, 7-я операция. Совсем немного осталось до завершения. А всего их 10 в игре. Мне, если честно, интересно проходить эти операции. Гораздо интереснее, чем проходить сюжетную кампанию Call of Duty, Black Ops 3. Так, один, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой, седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый, двенадцатый, и тринадцатый. Так, ну, устраним, наверное, те, которые прямо на виду. А на виду у нас этот окна. И... можно еще попытаться устранить.
здесь должен быть. Да, это было зря сделано. Только припасы, боекомплект, вот, тратим впустую. Теперь вот здесь на виду. Здесь зря это сделал. Я вот взрывчатку хотел поставить. Подрывника нам удалось устранить. Вот непонятно, откуда стреляли. Долго перезаряжается у нас основное оружие. Ну, в принципе, нам на верхний этаж смысла нет спускаться. Хотя нет, есть смысл, там есть припасы. О, у нас новый гаджет, который показывает нам бомбы. Ну, это очень необходимо нам пополнить запасы. Теперь вниз. Нашего дрона выпустим. Так, все на месте. Так, теперь спугнули мы их. Возможно, кто-нибудь из них высунется.
Хотя... Мы только их спугнули. А еще их 8. Уже 6. Теперь с другой стороны попробуем. Я не знаю, как заложено в этой игре. А есть ли такое, что противник думает, что мы с одной стороны наступаем, то меняем тактику и... Он об этом не знает, то есть мы его видим, запутываем. Вот не знаю, заложено ли это в игре. Наверное, вряд ли, если вот так вот таким примитивным способом разминируются бомбы. Но это же ведь, ну... Прям, ну, очень примитивно. Хотя, с другой стороны, какие могут быть еще варианты? Если здесь какой-то такой датчик стоит. Или можно так сказать. Так, еще 5 осталось. Еще 5. Где наш... А, у нас уже нет бота. Время действия его закончилось. Хотя... Смысл... Здесь устанавливать. Да, лучше здесь. Плохо, что разведчика нет. Потому что абсолютное неведение, где кто находится. Это было на крыло, на крыльцо. Но смысл наверх подниматься, да. Пополним запасы. Так.
обойдем. А здесь кто-то был. Ну, возможно, кто-то есть. Неужели никого нет? Еще четверо. Еще трое. Я, кажется, понял, где кто сидит. Ну, я думал, что я понял. Еще двое. Но у них, наверное, не хватит ума прийти. Да, у них хватило этого ума. Ну что ж, 7-я по счету операция завершена. Ну, честно скажу, не очень. Мне больше всего понравилась 4-я операция с самолетом. Ну и там, где был заложник. Более-менее такие вот интересные были. Больше экшена было. А здесь просто нужно было устранить врагов. И поэтому операция получилась такой... довольно-таки унылой. И немного скучной даже, наверное. Вот. Тем не менее, операция интересно проходить. Осталось 3 операции. 8, 9, 10. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Всем желаю удачи. До новых встреч.